Несмотря на то, что сегодня среда, вы об этом не пожалеете, особенно те, кто пришли с работы, потому что здесь сегодня мы все обязательно должны представить, что мы находимся на пляже. Это легко представить, потому что уже закончились снежные дни недавно, да? То есть те, кто находится в Москве, понимают, о чем я говорю. Уже как будто бы пришла весна, даже уже как будто бы пришло лето. Вот поэтому давайте все представим, что мы находимся на самом юге Испании. Пахнет жасмином, морем и вокруг любовь.
Спасибо, спасибо большое. А те, кто еще не были на наших концертах, то, что мы играем, называется, мы это сами называем испанский фьюжн. И сегодня прозвучат как авторские песни мои, так и наши версии песен испанских гитаристов и композиторов. Висенте Амиго, Пако Луфи, Чаболи и многих других. Вот песня, которая прозвучит сейчас, это моя песня. И, то есть, те, кто не знает испанского, судя по всему, испанский знают все. Судя по реакции на песню, судя по всему, испанский знают все. Но если кто-то вдруг не знает, то в припеве поется о том, что знаешь, что такого, как ты, у меня нет никого, и такой, как я, у тебя тоже не будет никого. Oh,
Спасибо большое. В принципе, кто уже достаточно выпил, так мы начали чуть позже, чем ожидали, тот вполне может выходить танцевать. Вот там есть прекрасная площадка. А кто совсем не стесняется, может просто у кого-то перед столиком. Лучше у своих перед столиком, да, чтобы не было конфликтов. Невозможно, потому что это очень сложно, это очень специфично.
Это совершенно другая, если кто-то из музыкантов в зале, то это совершенно другая техника, которая очень сильно отличается от классической гитары, от джазовой гитары. И сейчас Лепа исполнит нам свое произведение. Давайте мы поаплодируем, давайте поаплодируем.
был очень важный праздник для меня и, наверное, ну, для вас всех, наверное, тоже. Был Всемирный день цыган. Да. С чем я вас всех торжественно поздравляю. Те, кто в этот день, ну, это было вчера, мы можем перенести на сегодня, так как концерт все-таки сегодня. Те, кому удастся в этот день украсть коня, у того год пройдет успешно. Подумайте над этим. Мы хотим еще также пригласить Сашу Каргинову на сцену. А песня, которая сейчас прозвучит, это тоже авторская песня моя, она называется «Сумасшедшая». И, собственно, песня, она просто про всех женщин. То есть потому что все женщины, они как бы 99% своего времени, они, никто не может объяснить, почему они так думают, почему они так говорят и почему они так себя ведут. Thank you.
песня тоже моя. И, в принципе, это медленный танец. Кто уже достаточно кондиции, может начать приглашать друг друга. Дамы кавалеров, кавалеры дам. Дамы дам, кавалеры кавалеров. Кому как, кому что. Танцующие люди, но те люди, которые хорошо танцуют, они никогда не выходят танцевать, они всегда себя очень стесняются. Они почему-то думают, что они танцуют хуже всех, но это не так, поэтому мы не теряем надежду, что кто-то все-таки...
Спасибо большое. Сейчас у нас небольшой перерыв. Вы как раз можете спокойно поесть. Не прячу куски от артистов. И после перерыва вас ожидает сюрприз. То, что наверняка многие из вас не слышали, потому что его можно услышать только на юге Испании. Мы делали также на прошлом нашем концерте здесь, в клубе Алексея Козлова, и мы очень боялись, как люди воспримут эти вещи, потому что для меня лично фламенко, особенно традиционная фламенко, это самая красивая музыка на Земле. Ну, так же, как я, вряд ли читают все. Вот, и в прошлый раз всем очень понравилось. Я надеюсь, что в этот раз тоже всем очень понравится. Сейчас мы вспомним первую вещь. Во фламенко есть два вида стилей. Это условно глубокие, медленные и праздничные. Вот то, что мы сейчас исполним, это праздничная вещь, которая называется «Alegrías», то есть дословно «веселая песня». Thank you.
Спасибо, спасибо большое. И теперь еще одна вещь, я надеюсь, вам понравилась. И сейчас, сейчас вещь драматическая, трагическая. Но искусство фламенко, оно имеет одну особенность, очень важную, что любая трагедия во фламенко, она заканчивается весельем. То есть философия такая, что в мире есть трагические какие-то ситуации, трагические вещи, но человек с достоинством смотрит им в глаза. Примерно вот так. Thank you.
спасибо. Теперь, чтобы немного отвлечься от Южной Испании, ребята сейчас сыграют инструментальную вещь. Давайте поприветствуем. Thank you.
это как раз был тот момент, когда я себя почувствовала безумно счастливым человеком, потому что со мной работают эти замечательные музыканты. Сейчас еще одна вещь фламенко, но мы ее сделали необычно. Голос и пианино. То есть, опять-таки, так как я очень удачливый человек, я встретила в своей жизни эту замечательную девушку, Сашу Каргинову, которая согласилась со мной сделать одну вещь, которая... Это традиционная вещь, она обычно играется с гитарой, но мы решили сделать ее иначе. То есть здесь у нас будет джазовое пианино и голос. Но эта вещь фламенко, эти вещи вы пели еще в начале 20 века, она очень старая.
Наташа. На самом деле, это очень сложно, то, что мы сейчас сделали, по одной простой причине, потому что обычно такие вещи аккомпанируют пианисты фламенко. Кроме гитаристов существуют еще пианисты фламенко. Вот. И Саша, человек, который до этого с фламенко не сталкивался, она, по-моему, прекрасно, совершенно прекрасно это сделала. Thank you.
И так как уже, в принципе, наверняка все выпили то, что хотели, можно подпевать. Как раз тот случай, который вы точно знаете, что подпевать. Следующая песня – это версия знаменитого хита певца Кико Венено «Volando voy». Я иду, я иду по жизни летя. Мне не важно, что говорят обо мне, мне не важно, что обо мне ожидают, я просто делаю то, что я хочу. Надеюсь, что после этого концерта все проникнутся этими мыслями. Volando voy.
Bye.
большое за этот прекрасный вечер. Приходите еще на наши концерты. О них можно узнать или на сайте karinalabusi.com, или в Фейсбуке есть одноименная страница. Вот, так что счастливо.